В Ишимбайском районе Башкортостана впервые прошел фольклорный праздник Таратау-Еены, который собрал более 50 тысяч зрителей со всей республики, а также из других регионов России и стран зарубежья. Почетными гостями фестиваля стали делегаты 5-го Всемирного Курултая Башкир, а также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Главы регионов возложили цветы к подножию горы Таратау на место будущего мемориала «Семь родов», ознакомились с выставкой прикладного искусства, пообщались с местными жителями, а также посмотрели соревнования по национальным видам спорта. Один из самых зрелищных – турнир по илаку – древней тюркской конной игре. Две команды джигитов боролись за импровизированную тушу козы. Для меня сегодня быть с вами здесь – большая честь и большая ответственность. Буквально 6 километров отсюда, в деревеньке, родилась моя мама. В нескольких километрах отсюда, на кладбище, похоронен мой отец и моя мама. И, конечно, для меня это родная земля. Я сделаю все, чтобы мы жили дружно, чтобы мы жили богато. Здесь народ очень похож на народ Донбасса, который тоже является воином, тоже народ-труженик. Друзья важны и в тяжелые, и в хорошие моменты. И сейчас я абсолютно уверен, что Башкирия и Донбасс – друзья. В этот день у подножия горы Таратау прошло выездное заседание 5-го Всемирного Курултая Башкир. Состоялось большое театрализованное представление «Наследники сарматов». Праздник Таратау-Еены стал своеобразной демонстрацией культур народов Башкортостана, отметили гости и участники. Знаете, вот это ощущение, которое началось с Сибая, с российской инвестиционного Сабантуи, потом Абзелиловский район, потом Вена, теперь вот Ишимбайский район. Такое ощущение, что республика начала какую-то некую новую масштабную поступь, направленную на презентацию, на усиление роли Башкортостана как внутри России, так и за пределами Российской Федерации. Мне кажется, это очень мудрая, взвешенная политика Радия Фаридовича Хабирова, направленная на задачи для улучшения экономики Башкортостана, для улучшения культуры Башкортостана. В целом направленная на то, чтобы жители Башкирии жили лучше и были более уверены в своих силах, в своих возможностях.